Я участвовала в олимпиадах первый раз, участвовала в экологии и биологии. В экологии стала призером, заняла второе место, и в биологии заняла первое место. Ну, участвовать мне очень понравилось награждение, все очень здорово. Надеюсь, что в следующем году тоже что-нибудь займу. Интересно было участвовать во всех олимпиадах, особенно по русскому и по литературе. Стал победителем по литературе, по русскому, по обществознанию, занял вторые места. Самое сложное задание, которое мы не проходили в школе. Таких было очень много. Чтобы стать победителем олимпиады, нужно хорошо учиться в школе. Я участвовала в олимпиаде по английскому языку. Английский язык я выбрала, потому что мне кажется, это перспективной темой. Хорошая работа, путешествия, все это очень важно в нашей жизни. И поэтому я думаю, английский это как раз то, что поможет мне осуществить все мои цели, все мои мечты. Хочу стать барабанщиком. Да, я хочу стать барабанщиком. Я пока точно не знаю, хочу ли я переехать в другую страну, но меня привлекает Великобритания. Если у меня будут какие-то возможности, то я буду их использовать.